Это был он. Шонг прислал сюда своего третьего ученика. Он хочет завоевать город близнецов и убить мастера Лонга. Но в таком случае сначала ему придется сразиться с семьей Минь. Впервые за 200 лет этот меч будет вынут из ножен и послужит городу. Только наша семья владеет стилем вечной любви. Два меча города близнецов защитят город. Лола, есть только один меч. О каком втором мече ты говоришь? В городе два меча. Семья Минь владеет мечом Инь города близнецов. А у мастера Лонга меч Ян города близнецов. Шонг хочет завоевать город близнецов. Я вижу, что только стиль вечной любви сможет остановить его. В стиле вечной любви нет ни формы, ни заклинаний. Его мощь в эмоциях. Никто не может сопротивляться ему. Потому что не существует формы, в которой можно изучить этот стиль. Меч Инь и Ян, города близнецов, должны объединиться в руках влюбленной пары. Поскольку меч Ян находится в доме Лонга, это значит, что ты и молодой мастер Лон Мин должны вместе работать над этим стилем, над всемогущим стилем вечной любви. Но, Лола, я не люблю Лон Мина. Предки семьи Минь поклялись под присягой защитить этот город. Или ты забыла об этом? Я бы не посмела. Но миру известно лишь о мече Ян, семьи Лонг. Никто не знает, что мы владеем мечом Инь. Наш меч должен объединиться с мечом Лон Мина. Только ты и Лон Мин можете владеть этим стилем. Лола, я буду защищать город близнецов от Шонга. Я была неосторожна, позволив ветру ускользнуть. Я подстроила ему ловушку. Карта, которую он найдет в тайнике, поддельная. Он придет прямо в логово льва. Танцующий феникс, всем быть настороже. Да, мастер Лон. Папа, танцующий феникс – это сигнал тревоги. Что-то случилось в доме Минь. Будь проклят, этот Шонг. Он делал вид, что хочет разделить со мной власть, а сам в это время прислал сюда ученика. Он у нас как на ладони. Волна. Это ветер на коленях просил Шонга сохранить тебе жизнь. Да, приемный отец. Да. Ты тогда случайно облил Шонга вином. Это он. Волна. Что за человек, ветер? Он добрый и верный. А как он сражается? Ветер знаменит ударом бога ветра. Он быстрый, как молния, и мощный, как ураган. Ты почувствуешь боль еще до того, как он ударит. Волна, ты возвышаешь его или принижаешь себя самого? Он сможет побить удар бога-дракона? Мастер Лонг, волна говорит правду. Мин,
Я рад, что волна говорит правду. Волна, ты сразишься с ветром, если я тебя попрошу? Мастер, мой благодетель, я готов умереть за мастера. Волна, ты сразишься с ветром, если я тебя попрошу? Мастер, мой благодетель, волна сделает все, что сможет. Пока что не надо. Я боюсь, что эмоции возьмут над тобой верх, и ты испортишь наш план. Волна послушен тебе. Удар бога дракона! Это ты? Дураки из братства Шанга убиты. А ты попал в ловушку. Удар бога ветра! Удар урагана! Волна? Что ты здесь делаешь? Я приемный сын мастера Лонга. В братстве Шонга со мной обращались как с собакой. А мастер Лонг обращается со мной как с гостем. Он уважает меня. Я восхищался Шонгом, но он презирал меня. Я никогда не забуду перенесенное унижение. Я поклялся, что одержу победу над Шонгом. Волна, Шонг мой учитель. Я не могу предать его. Я уничтожу братство Шонга и убью Шонга. Волна, ты хочешь яйцом разбить скалу? Мы станем врагами. Неужели ты забыл нашу дружбу? Ты больше мне не друг? Я всегда буду помнить о том, что ты был добр ко мне. Единственный из всех. Ты навсегда останешься моим другом. Ты тоже мой единственный друг. Не забывай, каждый год 4 сентября мы будем встречаться у пещеры Облака. Мне пора. Будь осторожен. Прощай. Что? Ты упустил ветра? Отец, не сердись на меня. Ты расстроил меня. Это может сильно навредить нам в будущем. Отец, я не смог победить ветра, но я понял, в чем его слабости. В следующий раз я с ним точно справлюсь. Неужели? Ты был ранен в бою с ветром. Ты думал, что я этого не замечу? Ты слишком высокого мнения о себе. Я твой отец, и знаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Я знаю все твои достоинства и все твои недостатки. Хорошо, что я был к этому готов. Ты должен поблагодарить волну. Благодари его. Приемный отец, мой долг защищать молодого мастера. Не стоит говорить об этом. Шонг недооценивает меня. Он хочет захватить город близнецов. И я этого не допущу. Завтра. Завтра я приведу домой невестку. И меч Инь, чтобы Мин и Минью овладели стилем
Вечная любовь. Отлично! Отец, если в наших руках будут два меча, Шонг никогда не войдет в город близнецов. Мы с Минью вместе уничтожим братство Шонга. Перестань хвастать. Сперва разберись с ветром. Значит, у этого меча есть компоненты инь-янь? Что это за стиль «Вечная любовь»? «Вечная любовь» — это стиль этой пары мечей. У него нет формы, нет заклинаний. Его мощь в эмоциях. Никто не может сопротивляться ему. Надо проверить, смогут ли Мин и Минью полюбить.